Макс Ньюс. Утро на Болткоме. Доброе утро, здравствуйте, понедельник. С вами это утро проводит Анастасия Смоловская. Доброе утро, Настя. Доброе утро. Олег Пека. Нам помогает Евгений Копейн. Уже вот у нас 8 часов и 23 минуты. Давайте сразу перейдем к нашим гостям, к нашим темам. Сегодня в нашей студии виртуально по скайпу присутствует руководитель Максима Латвия Виктор Троицын. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, доброе утро, Олег, доброе утро, Анастасия, и большой привет всем нашим покупателям и слушателям в том числе. Ну что, начнем тогда как раз-таки с покупателей. Был стресс у всех больше, чем месяц назад, и, наверное, и у магазинов, и у потребителей. Как вы пережили этот потребительский кризис, когда люди волновались, что завтра может не оказаться чего-то в магазинах? Вам тоже надо было в экстренных условиях работать для того, чтобы пополнять полки и тоже думать о будущем, что и как будет. С какими мыслями вы вот месяц назад были? Ну да, естественно, ситуация в первые дни была достаточно шокирующая. Мы, наши продажи в те дни были сопоставимы с результатами новогодних продаж. Поток покупателей был очень-очень большой, и одновременно нам нужно было принять меры, чтобы ограничить поток, ну, сделать поток защищенным. То есть еще до того, когда в Латвии была принята чрезвычайная ситуация, мы уже видели, что происходит в мире, что происходит в других странах, и сделали себе определенные приоритеты. Это была безопасность наших работников и покупателей, наличие товара на полках и стабильные цены. И вот приоритетом всех этих недель были эти три основные базовые вещи. Да, я хочу, кстати, заметить, что я сразу обратил внимание, что в магазинах «Максима», например, ну, в тот, в который я ходил, тележки перестали соединять для того, чтобы проще людям не нужно было касаться, там что-то лишнее делать, какие-то телодвижения, вставлять те монетки. То есть обрабатывались постоянно санитарно, все тележки тут же сразу же подходили люди с дезинфицирующими вещами. Вот как вот с этим вот вы очень-очень оперативно как-то отреагировали на эти вызовы? Да, мы отреагировали очень оперативно, действительно, буквально в считанные дни мы ввели первоначальные меры, и потом каждый день мы добавляли новые меры, и мы сейчас видим, что магазин выглядит совсем по-другому. Это не те магазины, которые мы видели буквально месяц назад. Если при входе в магазин уже нас ждет ограничительная разметка, которая контролирует социальную дистанцию в 2 метра уже вне магазина. Далее, попадая в магазин, мы встречаем информационный материал о том, как нужно себя вести в магазине, как нужно соблюдать дистанцию, что нужно дезинфицировать руки. Да, вы правильно сказали, в каждом магазине установлены дезинфицирующие средства. У нас есть возможность сразу же при входе дезинфицировать руки. У нас есть одноразовые перчатки, которые мы можем использовать, корзинки как раз, ручные корзинки. Их использование мы ограничили в магазинах, где это возможно. И в основном во всех магазинах мы предлагаем использовать тележки. Тележка сама по себе уже дает какую-то определенную дистанцию между покупателями. Мы эти тележки гораздо чаще дезинфицируем. Далее, попадая в магазин, вы все уже видели, что в магазине во всех проходах существует разметка в 2 метра. Далее, что произошло с нашим ассортиментом и товаром? Все развесные товары, которые раньше вы могли купить на развес, теперь они в основном запакованы. По-другому работают персонал магазинов. У них есть защитные маски, у них есть перчатки. Вы наверняка тоже видели, что в кассах есть ограничительное стекло, чтобы разделить покупателя и кассира. Также в кассах самообслуживания у контролеров есть такая защитная маска из оргстекла. В общем, мер принято действительно очень много, и это требует
усилий, поскольку нагрузка на персонал гораздо более серьезная стала. Если про продукты говорить, не было ли у вас некого опасения, что из-за закрытых границ, например, вы можете недополучить чего-то, и там склады опустеют, и полки магазинов, соответственно, будет дефицит какой-то? Вы знаете, мы с первых дней очень пристально следили за этой ситуацией, связывались с нашими поставщиками за границей. И да, были некоторые задержки, но поскольку у нас есть определенный запас на центральном складе, определенный запас в магазинах, то мы не волновались насчет этого. И, в принципе, в первые дни мы заявили, что товара хватит всем, не нужно паниковать, все будет хорошо. В принципе, так и есть, так и случилось. Теперь даже поставки гораздо более упорядочены, более прогнозируемы. Поэтому в дальнейшем я не вижу никаких затруднений с товаром, не должно быть. А какие, вот, может быть, интересные изменения происходят в потребительской корзине в связи с тем, что люди больше времени проводят дома? Может быть, они, ну, раньше привыкли обедать, питаться где-то в кафе, в ресторанах, а сейчас они готовят дома. Вот нет ли изменений вот в выборе продуктов? Что-то стало больше расходиться, что-то меньше? Да, вы совершенно правы. Тут день и ночь, как мы стали потреблять продукт, наверное, каждый из нас. Во-первых, покупатели стали реже посещать магазины. Есть магазины, где поток покупателей упал в половину. Но при этом их корзина существенно выросла. То есть если покупатель раньше, может быть, каждый второй день забегал в магазин, то теперь он старается делать это реже, например, раз в неделю, и закупаться уже на целую неделю. Следующая очень интересная черта, что такие как бы импульсные категории страдают больше всего. Теперь мы ходим в магазин со списком, мы очень четко планируем свои покупки, мы не покупаем ничего лишнего, забегая в магазин. Мы концентрируемся на таких самых важных вещах, то есть вот эти мелочи, какие-то их стали покупать меньше. Меньше стали покупать, наверное, те категории, которые... вот были на развес, они стали запакованы, поэтому люди опасаются. Хотя ничего в этом, скажем, такого опасного нету. С этими продуктами все в порядке, и их можно покупать смело. Ну вот примерно так поменялись потребительские привычки. Если про местные продукты говорить, каков их процент вообще в магазинах и насколько их стали, может быть, для того, чтобы... Потому что мы знаем, что с началом кризиса многие, ну, началась кампания, и многие говорили о том, что надо поддерживать местных производителей, стали ли больше местных продуктов покупать и в каком объеме они представлены? Вы знаете, у нас очень большой ассортимент продуктов, и в разных категориях процент местных продуктов, он очень отличается. Например, в мясных, в свежем мясе, это примерно 80% мы предлагаем латвийского производства продуктов. В молочной продукции их тоже очень много, я думаю, где-то около 70%. Поэтому мы... И до того делали фокус на этих продуктах, призывали покупателей выбирать латвийский товар. Поэтому я бы не сказал, что ситуация сильно изменилась в этом плане. Насколько вот для людей, которые действительно опасаются выходить в магазин, или, может быть, для пожилых людей, для которых это связано с еще большим, может быть, риском, вот доставка на дом стала ли пользоваться большим спросом, и как сейчас с этим организовано? Да, опять же, что касается доставки на дом, в первые дни мы тоже столкнулись с очень большим потоком заявок и большим спросом на услуги нашей связанной компании «Барборелве». И в данный момент она существенно улучшила и увеличила свои мощности по доставке, во-первых. Во-вторых, мы очень оперативно создали совершенно новую услугу, которая называется «Барбора Экспресс». Это означает, что в 33 магазинах максимум в Латвии вы можете получить свой товар, предварительно оформив заказ на сайте «Барбора ЛВ». То есть вы комплектуете свою корзинку, свою покупку,
заходите в магазин и получаете уже пакет с товаром. Это, естественно, все мы делаем, чтобы реагировать на спрос покупателей, который очень-очень велик этой услуги. Если говорить, возвращаться к мерам вот, дезинфекции и защиты, во сколько они обошлись примерно в латвийских магазинах для того, чтобы так быстро это и защитные стекла, мы знаем, за несколько дней действительно ввелись, и все эти разметки, какие суммы, о каких суммах тут идет речь? Ну, суммы действительно очень большие. В первый месяц для нашей сети мы инвестировали около 200 тысяч евро во все эти средства в дезинфекцию, в стекла, в разметку. Ну, продолжаем еще подсчитывать свои инвестиции. Они достаточно велики, и мы видим, что они не прекратятся. Мы в будущем должны будем продолжать эти инвестиции. Вот про будущее. Многие говорят о том, что даже с концом чрезвычайной ситуации все равно некоторые меры безопасности надо будет соблюдать, а многие говорят о том, что вообще было бы неплохо, если бы, например, дезинфекторы у входа стояли всегда. Или, например, вот про эту дистанцию, что тоже иногда там, ну, в очереди достаточно навязчиво кто-то сзади стоит и там чуть ли не на голове у тебя сидит уже. Что из этого могло бы остаться в будущем и как дорого обходится, например, вот дезинфектор у входа? Это большие суммы или это действительно могло бы остаться навсегда, например? Ну, я думаю, что останется в наших магазинах, что пропадет, зависит от многих факторов. Во-первых, от того, как государство будет регулировать эту сферу. Во-вторых, как общество будет себя вести и какой будет запрос общества. Ну и, наверное, в-третьих, от нашего решения, как мы будем видеть будущее магазина, что касается безопасности покупателей. Я думаю, конечно же, с прерыванием чрезвычайной ситуации в стране все это не испарится. Какое-то время мы будем продолжать эти меры. И что касается, например, дезинфекционных средств, то они и до этого были доступны нашим работникам, но они были доступны им, конечно же, в помещениях для работников. Я думаю, что мы какое-то время будем продолжать эту хорошую традицию. 67212-93-9, 67213-93-9. Вы можете позвонить, задать вопрос. Напомню, что руководитель Максима Латвия Виктор Троицын у нас по скайпу. И WhatsApp тоже вам доступен 2-3-0-6-1-9-1. Насколько люди сейчас готовы выделить какие-то суммы денег на покупки продуктов? То есть многие говорят о том, что сейчас вот такая сложная экономическая ситуация может привести к тому, что люди начнут экономить. И вот видите ли вы здесь вот какое-то... Понятно, что, скорее всего, все-таки они будут экономить, может быть, на товарах, там... элитных, каких-то дорогостоящих. Но давайте сначала примем звонок, а потом я вас попрошу ответить на мой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, вы в эфире. Я вот хотел бы узнать у представителя Максимы, относятся ли все ограничения в магазине на работников, допустим, барборы. Они просто ведут себя как-то не тактично, я бы сказал, нарушают дистанцию, например, выбирая продукты, да, они там лезут с двух сторон, выбирают себе и говорят, что они работники, и к ним это не относится. Как-то это все странно. Угу. Спасибо. Да, спасибо вам за комментарий. Естественно, все мероприятия, связанные с социальной дистанцией, относятся и на работников, то есть все мы в магазинах должны соблюдать эту дистанцию, но я думаю, что мы знаем, как выглядят некоторые магазины с достаточно узкими проходами, и не всегда и покупатели могут эту дистанцию, когда они, допустим, мимо друг друга проходят, соблюсти. Конечно, это неприемлемо, и мы следим за тем, чтобы ситуация улучшалась, делаем все необходимое, но не всегда, наверное, это удается, как мы слышали от слушателя. Да, ну вот возвращаясь к вопросу, к тому, что, скорее всего, в ближайшее время многие люди начнут экономить, и понятно, что растет безработица, сокращение, кого-то отправляют в неоплачиваемые отпуска. Вот как вы видите вот этот вызов, насколько может поменяться тоже вот здесь потребительская корзина человека,
среднестатистического? Ну, вы правы. Я думаю, что за вот этим эпидемиологическим кризисом последует экономический спад, как мы уже все знаем и уже наблюдаем его. И, естественно, в эти времена меняется потребительская корзинка в сторону таких более эконом-класса продуктов. Мы к этому готовы. Мы всегда предлагали нашим покупателям широкий ассортимент как и продуктов эконом-класса, так и премиум-продуктов по очень доступным ценам. И, как я уже сказал, мы не боимся этого. В нашей сети действительно самые выгодные предложения. У нас всегда были самые лучшие цены на рынке, как мы считаем, как мы за этим следим, как регулярные цены, так и акционные цены. Поэтому мы готовы. И, как я уже сказал, ценовая стабильность – это один из наших приоритетов. На прошлой неделе мы заявили о том, что мы цены замораживаем, что цены на полках не будут меняться, во всяком случае, до конца этой ситуации. Конечно, есть категории, например, фрукты, овощи, где цена меняется буквально каждый день, поскольку там поставки происходят ежедневно. Но на продукты первой необходимости цены не будут изменяться. Угу. Вот по поводу цен как раз-таки нам тоже... А звонок у нас? Есть звонок, да. Давайте тогда примем. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Вы знаете, я вот такой вот как раз покупатель, про которого ваш там интервьюируемый сказал. Я как раз тот человек, который хожу раз в неделю в магазин, иду с тележкой, и эту тележку набираю аж под завязку, то, что называется, да, и что второй раз не ходить, ну, вот так выбралось. Я хотел бы надеяться, что когда уберется проблема с коронавирусом, хотел бы надеяться, что уберут эти, там, что через 2 метра брать, потому что вот в нашем, по крайней мере, магазине, куда я хожу, через 2 метра это люди стоят как раз у тех, у стендов, где продают что-то, да, и эти стенды не всегда доступны, поэтому очень надеюсь, что когда кончится, можно будет поближе стоять как раз к кассе, что не очень нравится, может быть, кому-то, а так удобнее. Ну, что еще хотел бы сказать? Спасибо, что у вас есть эти корзины, которые не надо ложить, там вот как вы и говорили, там не 50 копеек, не 50 евро, там не, вот можно пользоваться так, как можно пользоваться. И поэтому я бы хотел антипример привести. Вот еще так же один раз в неделю хожу в Риме. Там убрали корзинки, которые, ну, такие низко ползящие по полу, оставили только высокие, но вот там надо положить деньги. И они перестали, в отличие от вас, которому большое спасибо, они перестали присылать рекламы. И дома невозможно выбрать то, что ты хочешь там купить, вот, допустим, да? И приходишь, и ползать надо по всем этим самым, и смотреть, что у них там новенького. Ни ухода нету, не присылают рекламы. Спасибо. Вот, да, спасибо большое. Создают очереди. Спасибо. Но я понял, что вопрос, ну, наверное, тоже касается того, что, соблюдая социальную дистанцию, конечно, получается так, что очередь может загораживать какие-то стенды, но вот здесь... Наверное, вряд ли что-то... Придется потерпеть, да. Да, я думаю, мы должны все смириться с этими временными неудобствами, я очень надеюсь. И да, мы в магазины тоже можем пропускать определенное количество покупателей. И я хочу тоже извиниться перед теми покупателями, которые иногда не попадают в магазин и вынуждены подождать в очереди при входе в магазин. Это тоже иногда случается, но я надеюсь, что это скоро изменится. Ну да, это. Ну и вот, кстати, опять-таки человек отметил, я понял, что все-таки то, что ваши сейчас тележки не требуют, ну, они не соединяют, чтобы не у всех там есть эти 20 там, центов, чтобы засунуть тележку, что это делает более удобным, конечно, и быстрым. Да. Спасибо. У нас.
Я еще хотел прокомментировать насчет монеток, что мы призываем также ограничить использование наличных средств в магазинах, то есть пользоваться карточками, и поэтому мы и убрали эти монетки от корзинок. Еще один звонок у нас. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Добрый. У меня такой вопрос. В связи вот с этой тяжелой ситуацией, много слышим о солидарности предпринимателей, банков, людей. Значит, максимум является арендодатель. Средних и больших магазинов максимум, есть маленькие магазинчики, мастерские, швейные, например, или там химчистки и так далее. Но счет за аренду, например, в марте, был 100%, как и раньше. Скажите, планируются какие-то... А вы как раз вот арендодатель. Ну, в смысле, не арендодатель, а вы арендуете, да? Да. И 100% было в марте. В апреле или в мае. Планируются ли какие-то скидки? А то о солидарности очень много слышал. Хорошо, спасибо. Да, конечно, у нас очень много арендаторов в наших магазинах, и мы идем навстречу, если арендаторы делают нам запрос на скидку. Поэтому вам, как нашему арендатору, нужно обратиться к тем коллегам, с которыми работаете каждодневно, и мы этот вопрос, конечно же, решим. Вот по поводу наличных и безналичных тоже интересный такой вопрос. Как поменялось в этом плане? Стали ли люди больше пользоваться карточками? Потому что действительно это быстрее и удобнее. Тот, кто не хочет возиться с деньгами, которые тоже могут некоторые риски нести. Стали ли люди чаще пользоваться? Да, конечно. Наш призыв, вот как я говорил, есть информативные материалы при входе в магазин, и там один из призывов как раз пользоваться безналичными деньгами. И поэтому, да, люди стали больше пользоваться и стали больше пользоваться кассами самообслуживания, потому что там нет контакта с кассиром, люди стараются этого избегать и гораздо больше стали их использовать. Тем более, что, по-моему, некоторые банки увеличивают сумму, которую можно бесконтактно, то есть не нужно вообще прикасаться тогда к терминалу, если там небольшие все-таки суммы, и это еще больше как бы делает безопасным поход в магазин. Но бесконтактные кассы, насколько мы знаем, работают через одну, да, сейчас тоже в мерах безопасности, чтобы эта дистанция соблюдалась. Да, вы знаете, между этими кассами дистанция не очень большая, и чтобы выдержать дистанцию в 2 метра, мы, к сожалению, должны каждую вторую кассу самообслуживания закрыть для покупателей. Но, мне кажется, их стало гораздо больше, мы инвестируем в эти кассы каждый год, существенные средства, и поэтому... Я думаю, что в больших магазинах их точно должно хватать. Ну, могут быть трудности в небольших магазинах, но там есть много простых касс, которые работают в обычном режиме. А как вам кажется, вот действительно за этими кассами действительно будущее в том смысле, что, может быть, люди больше привыкают к тому, что не обязательно стоять в очереди к кассиру, если можно быстро обслужить себя самому? Ну, конечно, я, например, пользуюсь практически только кассами самообслуживания. Если есть такой определенный процесс, ты гораздо быстрее можешь пройти его. И в некоторых магазинах оборот через эти кассы достигает уже более 40%. То есть, да, они набирают оборот, и есть очень-очень большая перспектива. По поводу дистанции между посетителями, мы знаем, что, да, действительно звучат предупреждения, и громкоговоритель, и информационные плакаты везде, но не всегда сами покупатели соблюдают между собой. Кому-то из покупателей это может не понравиться. Могут ли они обратиться к сотрудникам магазина? Может быть, сотрудники магазинов тоже следят за тем, чтобы люди не толпились, не скапливались в местах где-то, выбирая какие-то продукты? Да, конечно же, наши сотрудники следят за этим, и непосредственно это является задачей сотрудников охраны магазина. Они тоже следят за этим потоком, делают замечания, естественно. Но я вижу, что поведение покупателей тоже очень поменялось. Спасибо за то, что в последнее время люди сами стали соблюдать эту дистанцию, сами, может быть, даже делать замечания другим покупателям. Поэтому эта саморегуляция, она уже на высоком уровне у нас во многих магазинах. Не было у вас никаких конфузных ситуаций, когда кто-то там с кем-то, может быть, поссорился, скажем так?
Ну, я думаю, что, может быть, конечно, такие ситуации были, но они не настолько, наверное, критические и серьезные, как в быту всегда случается что-то. Но все хорошо, никаких больших проблем у нас с этим нет. Мирным путем. Доброе утро, здравствуйте, у нас звонок. Доброе утро. По Максиме. Да. Они позиционируют, что с 8 до 10 для пенсионеров. А с 8 до 10 обычные кассы не работают у них. И получается пенсионерам только с 9 до 10. Uh-huh. И получается, что я не могу идти в эти кассы самообслуживания, я инвалид по зрению. Uh-huh. И не могу ни вставить купюру, ничего там. И все эти мелкие буквы и все остальное не вижу, общий фон только. Угу. Понятно, спасибо. Да, спасибо. Мне кажется, что с 8 до 10 в Риме, а не в Максиме. Да, я даже хочу ответить, что это не наша инициатива. Угу. Мы бы не хотели, чтобы все люди из группы риска приходили в магазин в одно время, с 8 до 10. Это мы считаем неправильным. Нам кажется, что важнее, чтобы люди из группы риска приходили в магазин вообще как можно реже, чтобы они могли или заказать это в сервисе Барборы, или они могли попросить своих близких позаботиться об их покупках. Наш призыв — ограничить посещение магазина вот людям группы риска в общем. Про цены мы уже начали говорить. Многие замечали, и не только в Латвии, это я сейчас смотрю из России, тоже фотографии, прям целый подарочный набор за 1000 рублей. Можно купить имбирь, лимон и чеснок красиво упакованные. Что у нас? Многие замечали, что первые несколько недель действительно цены на лимон и имбирь выросли. Есть ли тут какая-то регулировка? Что вы с этим можете делать и делаете ли? Да, как я уже вам сказал, цены на фрукты и овощи, они действительно регулируются буквально каждый день. Мы делаем закупки в тех странах, где эти товары производят, и фактически производители из этих стран регулируют эти цены. То есть если лимон можно купить на этой неделе за одну цену, то мы не знаем, за какую цену будет возможно купить на следующей или через две недели. Поэтому да. Здесь не всегда можно зафиксировать эту цену, и вы правы, да, цены на имбирь и лимон в первые недели выросли, но трудно сказать, сколько это связано с желанием тех поставщиков заработать больше, или это связано с сезонностью, или, допустим, невозможностью поставить имбирь из Китая в те дни. Угу. У нас еще просто один звонок. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. Доброе утро. На вас не звонок, а призыв специальной ответственности посетителей магазина «Максима». Я там достаточно часто посещаю данный магазин, пару раз в неделю, и пользуюсь тележкой, потому что семья большая, закупаюсь. Супер, конечно, что не надо ставить монетки в тележке, но, к сожалению, специально неответственные люди, клиенты, частенько эти тележки бросают их на стоянке. Во-первых, не отвозят на место, а во-вторых, они мешают парковку автомобилей. Приходится, чтобы запарковать машину или тележку передвигать, отводить на место самому, или же искать другое место парковки. То есть, к сожалению, люди, будьте ответственны, ставьте тележки на место. Угу. Большое спасибо. Спасибо, да. Как можете прокомментировать? Да, спасибо вам за этот призыв, потому что те сотрудники, которые занимаются колясками, их отвозят, складывают, их количество не изменилось столько, сколько есть, и они действительно, им сложно собрать эти коляски по всему магазину, по всей парковке. Поэтому я полностью присоединяюсь к этому призыву. Совершенно правильный вопрос. Про социальную ответственность. В марте появилась новость о том, что «Максима» окажет поддержку медперсоналу и пациентам детской клинической университетской больницы. Им поставляются там и закуски, и обеды, питание полноценное для сотрудников детской больницы. Почему именно детская больница была выбрана для того, чтобы поддержать? Вы знаете, мы поддерживаем очень много разных проектов, связанных и со спортом, и Латвийскую хоккейную федерацию, и Федерацию легкой атлетики. Но что касается детской клинической университетской больницы, то с ними мы работаем уже более 6 лет, поддерживаем их разные инициативы, очень много разных мероприятий организуем в этой больнице, и они обратились к нам как к своему долгосрочному партнеру, поэтому мы были рады им помочь и обеспечить медиков вот этими обедами
и поставкой еды в больницу. Что вы вообще думаете сейчас, наверное, не вопрос насчет Максима, а вообще вопрос как человеку, предпринимателю. Вот эта инициатива, которая появилась по поводу Назъед.лв, по поводу вообще сборов еды для того, чтобы обеспечивать горячей едой медиков всех, да, Назъед.лв собирают жители Латвии, могут жертвовать. Как вы считаете, тут вот в таких ситуациях это гражданская ответственность или это должно было, наверное, государство, может быть, как-то в том числе позаботиться об этом? Ну, видите, есть, например, еще инициатива самоуправлений. Самоуправления, которые больше не могут обеспечивать школьников пищей в школах, они сделали конкурсы на такие специальные подарочные карты. Мы этот конкурс выиграли в Риге, в других городах, когда эти семьи получат карточки и смогут получить питание, например, в Максиме, купить это питание. Поэтому я считаю, во многом, конечно, это должно быть ответственностью государства, это централизованно организовать, обеспечить, это сделать можно намного эффективнее, чем когда это происходит как инициатива общества, которая, естественно, приветствуется, и, как я уже говорил, мы в этом участвуем и готовы продолжать свое участие. В общем, если говорить о тех мерах, которые государство предлагает для поддержки предпринимателей, понятное дело, что, наверное, это не касается точек торговли, у которых сейчас, наоборот, не до сокращения увольнений, наверное, даже народу не хватает, но, в общем, что вы можете сказать о тех мерах поддержки, которые предлагаются? Как вы их оцениваете? Да, ну это замечательные меры, это очень большие инвестиции в экономику, которые государство приняло. Я думаю, что важно, как это будет производиться, смогут ли все, кто нуждается в этих дополнительных деньгах, получить эти средства. Я думаю, что очень-очень важны детали этого процесса, как он будет организован и все ли нуждающиеся получат. Я думаю, что тут надо смотреть, что происходит в других странах, как наши соседи, как в Европейском Союзе, другие лучшие примеры работают, чтобы стимулировать экономику. У нас, наверное, уже последний вопрос. Да. Да, доброе утро, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Хожу в магазинах «Максима», ну и это касается магазинов «Мегов», я постоянно вижу, как правило, дамы ходят с собачками. А эти собачки на руках, они только что гуляли по улице, писали, какали, там, нюхали всякое. И вот эти потом заходят в магазин, и берут на руки, и этими же руками перебирают продукты. Вы как-то с этим боретесь или нет? Спасибо. Ну, вы знаете, у нас в каждом магазине есть специальные места, где можно привязать собаку, оставить. Но я думаю, что это касается таких крупных собак. Мы хотим быть магазином, который дружественен для разных покупателей, в том числе тех, у кого есть собаки. Ну, конечно, это ответственность каждого покупателя, посетителя магазина, как он там свою собачку в этой корзинке, может быть, немножко спрятал, не показывает, и что он дальше делает. Но, опять же, дезинфекция рук, перчатки, я думаю, что все это направлено на то, чтобы риски снизить, и в том числе, что касается тех покупателей, кто заходит в магазин с собачками. Спасибо. Руководитель «Максима» Латвия Виктор Троицын был у нас в студии, хотела сказать, по скайпу. Спасибо вам и удачи. А мы вернемся после новостей и рекламы. Спасибо. Всего доброго. Хорошего дня.